На этой неделе возле парка на Эспланаде началось строительство музыкального сквера. Центральной темой новой зоны отдыха и прогулок станут звуки музыки в городской среде. Это очень символично, поскольку объект строится прямо напротив Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока, которая была основана почти 100 лет назад и в настоящее время переживает положительные перемены. В основном сквер будет состоять из площадок с натуральным твердым покрытием, на которых будут размещены 10 разных уличных музыкальных инструментов – барабаны, ксилофон, трубчатые колокола и другие интересные объекты, которые позволят как услышать, так и почувствовать музыку в различных ее проявлениях. Эти площадки будут соединены гравийными дорожками, которые, в свою очередь, будут спроектированы таким образом, чтобы по территории могли перемещаться родители с колясками и люди с ограниченными возможностями. Будут установлены скамейки и урны, указательные знаки и информационные стенды. Также будут парковочные места для велосипедистов. Проект предусматривает создание газонов и посадку растений, которые будут радовать горожан круглый год. Договор на выполнение строительных работ был заключен в августе этого года. При благоприятных погодных условиях основные работы на объекте будут завершены до начала зимы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.